Это я, Джордж! Что они? Убийца морских чудовищ и лучший поставщик спагетти! Убийца морских чудовищ? Это всего лишь сеньора Марсельеза. Работает на спонсора в гонке. Ах, все это очень надолго. Лучшая паста в Лигурии по самой доступной цене. Давайте про гонку! Энтузиазм! Приятно видеть! Чтобы победить в моей знаменитой гонке, ваша команда должна первой преодолеть коварные воды бухты, слопать полную миску моей вкуснейшей пасты, заехать на вершину горы Порторосса и скатиться вниз. Нам будет очень сложно. Да, сложно продуть. Будем побеждать. Настрой отличный, но помните, нам придется постараться, дорогу чтобы... чемпиону! Чао, чао! Эркли. А ты не староват для этого, Эркли? Сеньора, мне 16. Ты так говорил в том году? Тогда почти было. Сэкономьте свои деньги, рогатцы. Этим летом Эркли 6-й год подряд побьет все рекорды. О нет, глазам не верю. Тошнуля, у тебя в команде эти бродяги? Игнорируем. Ой, боюсь, не получится. Твои друзья еще не оплатили городской налог на чужаков. Эркали, а ну немедленно отдай! Эркали делает все, что хочет. Он чемпион Порторосса, во-первых. А во-вторых, его жизнь прекрасна, его все любят. Они тебя не любят, ты их запугиваешь. Поднимите руки, кто меня любит. Видишь, все любят, даже твой друг. Пум. Ой, ну все, давай, Лука. Эй, бродяжки хотят подраться. Ух ты, Альберто! Силенсио, Бруно, помни, это все ради Веспы. Стой! Ради Веспы? Таким олухом не видать Веспы. Эркали, ты просто боишься, что мы положим конец твоему царству несправедливости. А, придумай что-то новенькое. Да, вот новенькое. Ты похож на... На сама. На сама. А? Он обитает одни, и у него такие же жалкие усики. А ну заткнись. Слушай, Пиколетто, я жую такую малышню на завтрак. Сначала обмакну тебя в свое чоколадо. Няу! Финити. Ну, держи, участвуйте. У меня есть новая цель – уничтожить вас. Яркая будет гонка, да? Простите, сегодня без автографов. Можно опустить руки. Лука! Браво, получилось! Джулия Марковальдо. Чао, Джулия. Одна соревнуешься? Ну, вот и нет. Лука Пагура. Альберто Скорфано. Готовьтесь, рогатцы.